По данным Всемирной организации здравоохранения, около 200 тысяч беременных женщин в мире сделали прививку от коронавируса. В Тамбовской области таковых пока единицы. Между тем, по словам медиков, беременность сегодня не является противопоказанием для вакцинации. Скорее, наоборот, это единственный способ защититься от последствий ковида. Заведующая женской консультацией 3-й горбольницы Яна Руднева отмечает, сегодня будущие мамы все чаще заражаются коронавирусом. Только за последние полмесяца терапевты передали данные о 12 таких случаях. Еще страшнее то, что с приходом так называемой четвертой волны гинекологи заговорили об акушерских осложнениях, которые несет за собой COVID-19. Осложнения на сейчас встречаются, осложнения именно акушерские. Мы не говорим о постковидном синдроме, это, наверное, не в женскую консультацию, а вот именно мы хотим, чтобы наши пациенты чувствовали себя безопасно, мама, ее малыш, чтобы ничего не омрачило вот этот радостный миг рождения малыша. В идеале, отмечают доктора, сделать прививку от коронавируса непосредственно перед планируемой беременностью. Елена Сутурмина в свое время так и поступила. Девушка давно наслышана о последствиях коварной инфекции, и рисковать здоровьем в ответственный период ожидания малыша она не была готова. Я запланировала беременность заранее, поэтому я знала, что буду находиться в таком уязвленном, можно сказать, состоянии. Поэтому, чтобы обезопасить себя, обезопасить своего будущего малыша, в общем-то, всех окружающих, я сделала вакцинацию заранее. Тем же, в чью жизнь чудо пришло неожиданно, советуют ставить вакцину от коронавируса не ранее, чем на 22-й неделе беременности. По данным Минздрава, двухкомпонентный препарат гамковид-вак безопасен как для мамочки, так и для будущего малыша. А чтобы по максимуму снизить риски заражения беременных, прививку можно сделать прямо в женской консультации, минуя кабинеты поликлиники. В процедурном кабинете с учетом холодовой цепочки у нас организована вакцинация беременных пациенток. Медсестра, мы специально ее обучили, с соблюдением всех мер, которые описаны в порядке вакцинации, с заполнением специальной медицинской документации, мы проводим здесь прививку. Записываться на прививку заранее не придется. Вакцина для беременных всегда в наличии. В течение 10 минут, пока пациентка будет заполнять все необходимые документы, ее оперативно доставят в процедурный кабинет. Медики предупреждают, в период лактации вакцинацию проводить не стоит, так что о здоровье как минимум двоих лучше позаботиться заранее. Юлия Савушкина, Николай Иванов, Ольга Кириллова, область новостей.